Авторская медитация Раисы Архангельской «Избавление от чувства вины». Сядьте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Увидьте, как вы стоите на берегу реки. А на реке есть лодка. Она причалила к берегу и ждет вас. Идите. Эту лодку, она здесь специально для вас. Ступайте на нее одной ногой, второй. И эта лодка повезет вас по реке вашей мудрости. В глубины вашего подсознания. Это река мудрости, она специально для вас. Это ваша река. Ощутите, как лодка тронулась, и вы поплыли по ней. Посмотрите в воду и увидьте, начните разглядывать множество жизненных ситуаций, в которых вы ощущали стыд, вину, злость, зависть. Ругали себя за какие-то ситуации. И вот эти ситуации сейчас всплывают на поверхность реки и отражаются зеркально на ее глади. Это может быть целая вереница разнообразных ситуаций, когда вы были маленькими, постарше, тех, которые произошли совсем недавно. И всех их объединяет чувство вины. Расстройство, досада, сожаление. И вы понимаете, что все эти ситуации могли бы быть по-другому. И в этот момент река начинает показывать вам ваши уроки, ваши знания, ваш опыт, которые давали вам эти ситуации, через которые вы росли, развивались, шли к своим целям и достигали в жизни все больше и больше. В какой-то момент лодка останавливается. Она останавливается посередине реки и приглашает вам отдать всю вину, отдать весь стыд, отдать всю злость реке. Потому что когда-то вас пригласили играть в эти игры, и теперь пришло время отпустить. Отпустить всю вину перед самим собой, перед другими людьми, перед обстоятельствами и все-все, что с ней связано. Представьте, как из вас шариками, как мыльными пузырями, выходит эта вина и опускается в реку обратно, в те ситуации, которые создали эти ощущения, которые создали в вас эту вину. И пусть она вся возвращается обратно в эти ситуации. И как только этот пузырь прикасается к глади реки, то ситуация преобразовывается, и вы начинаете видеть всю мудрость этих ситуаций. Всю ту божественную задумку, которая была в них вложена, через которую вы к чему-то шли, что-то осознавали, что-то познавали, где-то достигали своих результатов. И увидьте все то лучшее, что есть в вас, приятное, гордость. И ощутите, как из солнышка идут лучики света и заполняют у вас те моменты, где раньше была вина. Ведь там место вашей любви, место вашего счастья, поддержки, веры, награды.
Принимайте все то, что дает вам это солнышко. Принимайте все его лучики, весь его свет, все тепло, всю любовь и радость. Это все для вас. Ощутите все прекрасное. Посмотрите, куда, в какое место больше всего попадает лучей, где теплее всего в вашем теле, где больше всего любви, счастья и радости. Если что-то еще хочет уйти обратно в произошедшие ситуации, то отпустите это, пусть оно тоже идет в реку вашей мудрости и объединяется с ней. Весь ваш опыт, все ваши ситуации, они были даны для чего-то. А вина – это то, что их отягощает. И скажите себе, что можно отпустить все тяжести, все то, что держит вас в этих ситуациях и отдаляет от вашего счастья, от вашей любви, от ваших результатов, к которым вы стремитесь. Ведь у вас на пути еще много разнообразных, прекрасных ситуаций, много счастливого и приятного, к чему можно сейчас пройти, что можно ощутить и во что хочется погрузиться, насладиться этим. И это все для вас. Отпускайте все то, что держит вас в прошлом, все то, что вас смущает, все то, что вам мешает. Ему пора остаться там, где оно есть. Ему пора вернуться туда, откуда оно пришло. И пусть все возвращается на свои места. Пусть вам возвращается ваше желание жить, ваша радость жизни, вдохновение, которое будило вас ребенком по утрам и подскакивая с кровати, когда спали еще родители. Вы шли и радовались этому утру, радовались этому дню. Также и ваши дни ждут вашей радости и вашего счастья. Все, что мешает, сопротивляется и противоречит этому, пусть идет туда, откуда пришло. Пора отпустить. А все то, что поддерживает, наполняет ресурсом и вдохновляет, оно приходит к вам на высвобожденное место и заполняет все вашими ресурсами, вашим счастливым, хорошим настроением, вашим прекрасным самочувствием, высшей степени вашего здравия и всем тем, к чему вы стремитесь, и всем тем, куда вы идете. Примите это и разрешите, чтобы так было всегда. Разрешите себе из каждой ситуации получать лучшее. Весь тот опыт, который был заложен для вашего развития, все те знания, понимания, умения, навыки, ради которых вы входите в эти ситуации. Ведь именно это и есть той необходимостью, ради которой в нашей жизни что-то с нами происходит. Посмотрите, какие болевые точки, болевые моменты остались в вас, которые мешают вам получить то, что вы хотите, которые мешают вам достигнуть желаемого. И оставьте эти моменты, пусть они останутся в прошлом. А все то, что вы хотите взять в свое будущее, перечислите про себя прямо сейчас и возьмите это с собой. И посмотрите на поверхность реки, как на ее глади появляются много счастливых моментов, и они уходят вдаль вашего будущего. И вот когда вы ощутите, что вы готовы идти в свое счастливое, успешное, здоровое будущее, скажите себе «да». Скажите «да» своему счастью, скажите «да» своей радости и плывите. Плывите на своей лодке по реке своей мудрости, свое счастливое будущее. И здесь, и сейчас
всегда и везде. Вы можете повторять эту медитацию каждое утро или в любой необходимый момент. Она поможет вам жить счастливее, приятнее и всегда быть в ресурсе, уверенным, двигаться в свое счастливое будущее. Сделайте глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. И перед тем, как открыть глаза, вы можете потянуться, улыбнуться и ощутить, что открывая глаза, вы пойдете в свое счастливое, светлое будущее, которое ждет вас уже сейчас. И тем, что вы открываете свои глаза, вы туда уже идете. С чем я вас и поздравляю.